Всем здравствуйте! Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе уже больше 30 лет. Познакомились в 1990-м, поженились в 1998 году. Певец уверен, настоящая любовь – это не признание в своих чувствах ежеминутно, а кое-что поскучнее, но зато посерьезнее. Он считает, признаваться в любви нужно раз и на всю жизнь, а все остальное уже показывают дела, и самое губительное в отношениях. Это когда люди много времени проводят порознь, разъезжаются по разным местам. Как обычно семьи живут. Муж с женой разъехались в разные места на работу. Считай, что всю неделю не видится. В субботу надо отоспаться. А в воскресенье жена к подружкам, муж на рыбалку. А у нас совсем не так. Мы вместе работаем, и за 32 года ни разу не отдыхали врозь. Если так происходит, значит в семье что-то не то, раскрыл секрет крепкого брака Виктор Рыбин. Недавно в их семье произошло радостное событие. Женился их единственный сын Василий Рыбин. Избранницей некогда завидного жениха стала девушка по имени Дарья. Кстати, Василий и его супруга знакомы с детского сада, но в отношениях состоят 8 лет. Но это немало, согласитесь. Роман начался, когда оба были еще подростками. Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин давно одобрили выбор сына. Дарья – постоянная гостья на семейных праздниках. Она с легкостью нашла общий язык с родителями Василия, в сети часто обсуждают эффектную внешность наследника знаменитого дуэта. Влюбленные смотрятся гармонично, часто путешествуют, а их микроблоги пестрят совместными романтичными кадрами. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока, пока.